Друзья, мы продолжаем. И наш эфир продолжается возможностью пообщаться с гостем. Гости в этот раз вновь на скайп-связи. И есть необычный музыкальный подарок еще. Давайте об этом всем и поговорим прямо сейчас с Евгенией Самохиной. Евгения, здравствуйте. Доброе утро, как вы нас слышите? Здравствуйте, спасибо. Как ваше настроение? Ой, замечательно. Вы уже воспользовались возможностью прогуляться свободно по улицам нашего города? Вы знаете, так, чтобы прям сильно воспользоваться нет еще. Ну, я думаю, в скором времени уже получится. Выйдите, чтобы наполнить грудь свежим, чистым весенним воздухом. Ну, а пока наполним наш эфир красивой музыкой. И знаем, что вы подготовили музыкальный подарок. Это композиция «День Победы» в честь 75-летия юбилея Великой Победы. Да, давайте, конечно. Спасибо большое. Расскажите, как у вас происходит вообще, насколько продуктивно прошел режим самоизоляции? Может, какие-то новые произведения выучили? Может, вдохновились каким-нибудь концертом, который можете порекомендовать нашим телезрителям? Ой, вы знаете, много чего было за время самоизоляции. Но она как-то для меня так не сильно заметно произошла, потому что у нас частный дом, и как бы я дышу свежим воздухом каждый день. Вот. А в плане новых каверов, конечно, новые каверы появились. Вот буквально на днях подобрала Юлию Чичерину «Тулула». Прям шикарнейше просто звучит, обалденно на инструменте. Вот. За это время что у меня еще было? За время самоизоляции. Вы знаете, мне пришлось слетать в Москву на съемки «Поле чудес». Ого. То есть, опять же, вышла программа, и как бы главное, что у нас? Главное — сохранять бдительность. То есть это маски, это перчатки, как бы такой хороший контроль был, хорошая поддержка. Вот. И для меня прям это было очень интересный такой опыт, слетать туда, там, поучаствовать в этих съемках, опять же, в честь Дня Победы. Вот, и это было очень здорово, на самом деле. То есть это вот во время самоизоляции как бы пришлось сделать некоторые действия, которые, ну, как бы тут не откажешь. Удалось что-то? Так что вот так. А вы как участница летали? Я и участвовала, и покупала. А как участница, до какого этапа дошли? Расскажите, ну... Что там? Результаты? Результаты? Я в первой тройке, я угадала слово такие. Ну вот, мне прям повезло, но сложно было сосредоточиться. И сыграла там «Катюшу», сыграла «День Победы» вместе со всеми участниками. Вот дошла, так сказать, до финала, но в финале не успела я угадать слово, меня опередили. Ну вот, так что вот так вот. Ну, было очень интересно, очень Главное интересно. Главное, не победа и участие. Есть такая буква! Спасибо вам большое. Всего доброго, хорошего дня. Спасибо.